Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И я хотел бы показать вам небольшой информационный файл. Он связан с нашей внутренней работой, с нашей внутренней деятельностью. Я просто открыл текущую базу данных по нашим контрагентам и, соответственно, показал часть этой базы. Вот тут вот до 28 цифры номер по порядку, но их там более 50. Соответственно, взаимодействие с различного рода контрагентами мы получаем самые разные, обследуем самые разные категории должностей, самые разные. У каждого предприятия что-то свое. Но, тем не менее, вот на данный момент в сферу деятельности лаборатории, вот я и, как собственно и говорил, в сферу деятельности лаборатории включено 57 различных должностей, категорий. Обратите внимание, аппаратчики, водители, главные инженеры, дезактиваторщики, инженеры разных специальностей, инженер-химик, технолог и так далее, инженеры, комплектовщики, лаборанты и так далее. Соответственно, как мы эти должности видим и понимаем у себя в лаборатории? Почему мы четко в наших договорах для контрагентов запрашиваем: пишите нам, пожалуйста, коды должности по общероссийскому классификатору ОК, действующему 01694. Это очень важно, потому что справка, оформляемая лабораторией для контролирующей деятельности Ростехнадзора с целью получения индивидуальных разрешений на ваших работников, Ростехнадзор очень жестко, очень четко к этому, не сказать, что присматривается, но контролирует этот вопрос очень четко. Одно дело — это инженер-конструктор, другое дело — это инженер-механик и так далее, и так далее, и так далее. То есть правильность написания должностей по нашим обследованиям в наших справках очень важна для вас, уважаемые контрагенты. Это важно для того, чтобы вы не испытывали каких-то проблем, подавая пакет документов на вашего работника в Ростехнадзор, чтобы он мог получить итоговое разрешение, допуск к работе, итоговую справку, решение о том, что он может быть допущен до опасных видов работ. Соответственно, показывая этот слайд, я еще раз подчеркиваю, обращаю ваше внимание на общероссийский классификатор 016-94 и на то, какие должности мы обследуем в нашей текущей непосредственной деятельности. На этом все. Благодарю вас за внимание. Задавайте свои вопросы, если таковые возникнут, и удачи вам!